Скульпторы со всего мира в ближайшие несколько дней будут работать в нашей республике. На базе санатория «Жемчужина Чувашии» стартовал первый Чебоксарский международный симпозиум монументальной и парковой скульптуры. В прошлом году Союз художников Чувашии и Союз художников России получили грант президента страны. Так родился проект «Искусство за мир». На первый Чебоксарский международный симпозиум приехали скульпторы из Колумбии, Китая, Чехии, Азербайджана и Чили. Карлос Энрике Родригес Аранго участвует в симпозиуме по личному приглашению чувашского скульптора Владимира Нагорного, с которым он познакомился в Корее. Мастер отмечает, он бывал в разных городах по всему миру, но Чебоксары его покорили. Город мне очень понравился, город очень красив, очень много пространства в парках, очень много парков самих. А самое, что ему запомнилось, это чистота в городе, очень организованная и чисто везде. Участников симпозиума поприветствовал и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он отметил, что такие события вносят вклад в развитие дипломатических отношений между странами-участниками. Скульпторы, в свою очередь, поблагодарили руководителя региона за внимание к их делу. Всем было приятно, что на таком уровне, значит, как-то участников симпозиума принимают здесь чуваши. Вообще, это очень интересное движение, вот эти симпозиумные движения, потому что скульпторы с разных стран обмениваются опытом, обмениваются какими-то идеями, работают. Для каждого участника подготовлено рабочее место. Все скульптуры останутся в парке санатория «Жемчужина Чувашии». Ольга Пырочкина, Ирина Волкова, Борис Андреев. Республика.